Автоконцерны пока что не обращают внимания на класс электромобилей, которые предназначены для поездок только по городу. А значит, ниша свободна. Ее решили занять инженеры и ученые из исследовательского центра Рейн-Вестфальской высшей технической школы Ахена. Они разработали электрокар Ego Life и создали стартап Ego Mobile. Вы на канале Mega Electric, и сегодня мы расскажем вам о перспективной модели, разработанной в Германии. Компактный электромобиль может стать хитом продаж и показать, что авто в Германии могут делать не только крупные игроки автоиндустрии. И не только делать, но и получать прибыль. Ego Life уже совсем скоро выйдет на рынок, а производиться он будет в цехах завода, который построен в Ахене. На разработку прототипа CityCar ушло около 2 лет. В Германии спрос на городские электрокары оценивается примерно в 400 тысяч единиц в год. Ego Life планирует занять около 1/10 этого рынка. О значимости авто для покупателей рассказывает исполнительный вице-президент по стратегическому сотрудничеству доктор Кристиан Штайнберн. Мы начали с нашего концепта пассажирского авто, которое рассчитано для 4. Практичное, доступное, которое доставляет удовольствие от вождения. Это наиболее важные характеристики автомобиля для его успеха на массовом рынке. На автошоу есть фантастические классные авто, которые действительно дорогие, управлять ими одно удовольствие. Но массовому рынку нужны доступные и привлекательные авто, если мы хотим действительно изменить наши предпочтения в сторону электрического транспорта. Модель не претендует на звание самого быстрого электрокара, особенно учитывая, что корпус сделан из термопластика. Максимальная скорость 120 км, но ускорение, как у электрического авто, за 5,7 секунд до 50 км в час. Заряда батареи хватает на 130 км пробега. Перезарядка произойдет за 3 часа. Это как раз необходимые показатели для езды в пределах города, так считают в университете в Ахене. Но главное преимущество электрокара – это его цена. Базовая модель будет стоить около 16 тысяч евро. Германия также предоставляет компенсацию за покупку чистого электрокара в размере 4 тысяч евро. Таким образом, Ego Life станет самым доступным по цене электромобилем в стране. Похожие модели от гигантов автопромышленности Renault, Smart, Nissan или Volkswagen обойдутся покупателю в сумму более 30 тысяч евро. При этом новаторы из Ахена четко знают свою нишу и не планируют в будущем соперничать с той же Tesla, отмечает Кристиан Штайнберг. Tesla can do things that we cannot do. It's a completely different concept. Tesla может делать вещи, которые мы не можем. У них полностью другая концепция. Технически они более развиты. Мы фокусируемся на нашей нише. Мы также не соревнуемся с большими автопроизводителями. Мы хотим производить массовые авто, но в небольшом масштабе. Уверены, это наше конкурентное преимущество. И это то, что мы надеемся, мы привнесем на рынок в ближайшее время. Снизить стоимость электрокара позволил нетипичный для отрасли подход. Над авто изначально работали технологи производства. Они разрабатывали проект на основе комбинаций комплектующих разных производителей, таких как Bosch, Hella, ZF. А в целом университетский центр сотрудничает с 300 компаний. Как вам Ego Life? Понравилось авто или его стоимость? Своим мнением делитесь, пожалуйста, в комментариях. Если хотите узнать о других продуктах от Ego Mobile, тогда предлагаем посмотреть видео по ссылке в описании. Мы надеемся, что вы уже подписались на наш канал и поставите лайк этому сюжету. До встречи в следующем видео!